Всем привет! Это обзор LEGO и его аналогов от Калины Красной, и сегодня у нас новостной обзор. LEGO опубликовала официальное изображение новых наборов серии «Звездные войны», а конкретно два новых набора, посвященных тематике «Снежной планеты» и «Хот». Первая новинка у нас набор под артиклом 75320 «Battle Pack снежных штурмовиков». Да возрадуются фанаты серии. После отмены Battle Pack в 2020 году и их возвращении. LEGO уже выпускала подобный Battle Pack в далеком 2010 году, примерно с такими же функциями, но более разнообразными мини-фигурками. В наборе у нас 105 деталей, и его цена в России будет примерно 1500 рублей. Хочется отметить, что у нас новый дизайн коробки, он стал темнее и Вейдер у нас сместился. Набор потрясающий, это безусловно, всем фанатам, я думаю, он точно зайдет, ну а любителям собирать армию из батлпаков тем более. В сети уже есть подобное изображение. В наборе у нас небольшое укрепление, лучшая, на мой взгляд, версия спидербайка и большая бластерная пушка с новым шутером. Видимо, леговцы окончательно решили на него перейти. Снежные штурмовики не отличаются от последних версий, а вот скаут-трупер новый, изменена цветовая гамма под зимний вариант брони. Я думаю, это отличное переиздание версии 2010 года. Вторая новинка, которую нас порадовали, новая версия шагохода AT-ST под артиклом 75322. В наборе у нас 540 деталей, и цена его в России будет примерно в районе 4000 рублей. Не спешите его сразу ругать за странный дизайн. Я тоже сначала подумал, что он не такой каноничный, как мы привыкли его видеть. По фото видно, что уменьшена кабина, увеличены ноги и сами ступни, на что опирается шагоход, в сравнении с предыдущей версией. Но я думаю, это легко объясняется. Все сказано в названии шагохода. Он предназначен для определенной планеты, снежной. Поэтому я думаю, с этим связаны эти конструкторские переделки, ведь там лед и глубокий снег. По функциям у нас поворачивается и открывается кабина. Место, к сожалению, всего для одного пилота. Изгинаются ноги. Мини-фигурки, они шикарны. В Великой Армии Империи у нас добавляется новый пилот в снежном варианте брони. Чубака со снегом на своей шерсти. Посмотрите только на него, он шикарен. И девушка-повстанец с новым принтом на торсе. Также имеется разведывательный дроид. По итогу могу сказать, что новинки удались. Меня как фаната они очень порадовали. Battle Pack очень интересный и разнообразный. Шагоход привлекает своим зимним вариантом. Мини-фигурки радуют глаза коллекционеров, а снежный Чуи он очень реалистичен. Однозначно советую взять вам данные наборы. Ребят, у меня на этом все. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте, где мы выкладываем новинки LEGO и его аналогов. Всем пока!